Добрый день всем подписчикам, гостям канала и случайным зрителям. Сегодня у нас очередные новости от НБУ. Наконец-то Национальный банк определился с датами выхода монет на декабрь месяц. 1 декабря выйдут монеты Славянск номиналом 5 гривен из Низельбера тиражом 35 тысяч и Самойлов Величко из серии «Герои казацкого периода». Номинал 10 гривен, серебро, тираж 3000 штук. 10 декабря выйдет памятная монета «Год быка» из серии «Восточный календарь» номиналом 5 гривен из Низельбера, тираж 50 тысяч. И также монета «Владимир Корецкий» из серии «Известные личности». Номинал 2 гривни из Низельбера. Тираж 30 тысяч. 15 декабря выйдет памятная монета «Украина-Беларусь. Духовна спадщина. Ірмологіон» из серии «Духовные сокровища Украины». Номинал 20 гривен из серебра и с локальной позолотой и патинированием тиражом 2500 штук. И на 22 декабря запланирован выход долгожданного набора из 9 серебряных монет в сувенирной упаковке «Энеида» с очень небольшим тиражом, всего 1200 штук. Монеты номиналом 10 гривен, с локальной позолотой и тампо печатью. Вес каждой 1 унция. На сегодня уже известна дата начала онлайн-заказа на монеты «Город Славянск» и «Величко». Пометьте себе, чтобы не пропустить. Заказ на данные монеты будет проходить с 18 по 27 ноября. Но, как показывает опыт, все закончится 18 числа. И в завершении видео хочу показать вам, как будут выглядеть новинки, которые выйдут в этом месяце. НБУ наконец-то порадовал нас изображениями. Государственная пограничная служба. 10 гривен. Тираж 1 миллион штук. «175 лет Кириллу Мефодиевскому братству». 5 гривен. Тираж 30 тысяч. Недавно был заказ на данную монету. И из-за того, что НБУ вместо 15 тысяч кинул на онлайн 9 тысяч, монета разлетелась в некоторых областях за 2 минуты. И, наконец-то, сувенирная банкнота, посвященная первому космонавту Украины Каденюку. До этого гуляло несколько вариантов в интернете, как будет выглядеть данная банкнота. Даже мы показывали 2 варианта. И вот теперь официальное изображение от НБУ. На сегодня все. Поддержите нас лайком, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем хороших выходных. Пока!